А перед началом этого видео хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое, не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании. Выберите персональный навык. Брут. Уменьшается определение эффектом. Лечит исходящее лечение, восстановление здоровья. Давай алхимик, пусть это будет. Скорость передвижения на 100 и дает шанс двоюродного противника. Это фигня. Сопротивление магии, лотус какой-то. Линкен пендант, что за фигня? Рент какой-то. Слушай, если я возьму еще одну жизнь. Так, снайпер. Какой бы... Хороший снайпер со сплэшем снайпер, правильно? Правильно. Конечно. Что происходит? Это что происходит? Я не знаю. Так, что тут есть у меня? Рейнзи какой-то. Можно все это... Блин, я не хочу ТКИ брать. Я возьму вот это говнецо. Дуэлист увеличивает золото за выигрывание. Да, вот, вот эти вот скиллы, я не очень понял, что происходит. А, значит, клоун против... Ты видел, как тут ставки делать красиво можно? Mm-hmm. Крутите, чё, кто там у них? Клоун и воркич. Спина, инвиз. Ну, думаю, это будет идти. Готов. Магнус с этим. Блин, я с этим интерфейсом немного путаюсь, честно говоря. Я вообще не могу понять, что тут пока делать, как. Увеличить исходящий урон на 13%. Ты до сих пор те скиллы берешь? А может, давай ты что-нибудь уже пикнешь, либо нажми, а выбрать позже, потому что ты без скиллов, и мы теряем бабки. Так, где дуэль? О, молодцы, Сахарти с Пашей. Да, я тоже на них, кстати, поставил. А так, таймблок, дизолейт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Темпл с дабл. Ну ладно, это еще. Мунглэйв. У меня Фьюри и Макроншип. Маркманшип. Конечно, Маркманшип возьму. Так, таймблок я не буду брать. Я, наверное, этот возьму. Эсид спрей пока что. Так, а здесь есть предметы какие-то кастомные? Прям вообще максимально кастомные. Апнутая обратка есть. Апнутый дробовик. Ну, думаю, в любом случае придется в аганим сначала выходить. А ты где спойш взял? В этих первых скиллах, которые нам первый давалось. Понял. Так, что за еще есть? Даггеры, крутилка есть, кстати. О, мы деремся. Че, берем этот? Как... Ой, там надо, короче, Беларусь вырубить сначала вообще максималочку. Так, на обратку хватит, не хватит. Так, стоп, не то. Вот так, так вот. Тут есть какие-то эти. Блин, на рецепт не хватает. Давай, ты душишь? Так. Душим сначала Беларусь. Беларусь. Ой-ой-ой. Ой. Вот, а это, вот это было. Ой, это было, да, очень несправедливо. Это да. Найс и спрей можешь стать чуть дальше. А, это. А, смысл? Да. Подожди, а у кого сейчас был... Санстрайки. Санстрайк. Уже не Санстрайк. У него аганим встроенный сейчас. Вот же жук, слышишь? Не, ну ладно, на реакции, пацаны. Видишь, у него аганим встроенный. А у меня... Да, да, да. У меня 3 жизни. Так себе, конечно, пассивочка, но... Хоть что-то. Смотри, сколько сейчас урона у меня. 210. А кого? Понял? Я срубил всех.
понял. А это сильная вещь, кстати. Крутилка и acid spray. Да, ты еще возьми обратку и апни ее сразу. Во, беру как раз. В какой-то Luminance. Что-то она... Рецепт дорого стоит. Она в обычной игре так стоила. Так, кто там? Клоун и ежик. Ну, у них контроля много. У Сафира с этим, с ежиком. Очень много контроля. Ну, не то чтобы прям совсем. Дисперси на ВР-ку. Нет, слева победят. Да, что-то я думаю, что-то... Так, 200 закинул на них. Дуэль тут случайно в крипов нельзя давать? Вряд то ли. Я бы дал. Так, что, Living Armor? Усиление способности не работает на это. Inkshell. Блин, конечно, вот это прикольная тема, но не то, что мне надо. Так, ну у меня Omni Smash есть. Ну, крутись. Мы очень быстро дефаем, это хорошо. Слушай, может что-нибудь взять и тебе дать? А что мне тебе? О, давайте дуэль возьму, и Адам, будешь контролить одного постоянно. Они хотя проиграли, вот, лол. Смотри, как они проиграли, да, лол. Минус 200. Так, а у меня смеш или химикал рейдж? Прокачай химикал рейдж сейчас. Я тоже думаю. Хотя на дуэль еще не скоро нам. Ой, рейл-ролл можно. Так, ВКонтакте, если что, у меня пиликнуло. А, я не слышал. А, это я на стриме говорю. А, понятно. Так, виндран, возьму-ка я виндран себе. Так, я улучшаю ВМ. Погнали дальше. Есть что продать, есть что продать? А, нечего продать, блин. Нечего продать. Но ВМ есть, если что. Против кого? Женя и Беларусь. Че, опять Беларусь и вырубаем? Да, попытаемся. Я сразу могу вам не смеш скинуть, хотя это мало это. Прожми это ульту должен... заранее. Да. Женю надо, наверное, вырубить. А. Вот это вот вообще не прикольно. У него слишком много магии. Ой-ой-ой-ой, обратка есть? У тебя обратки нету. Да, у него слишком много. Не, я прожал на этого еще. Когда он сансера кидал. Он в основном и от Санстрейка урона получил. Ой, от БМ от Санстрейка. Угу. Не, у меня, короче, нет. Так все скиллы. Фокус Файер, Битлам. Ну, когти могу взять, урсы. О, возьми, возьми, возьми когти урсы, а я тебе что-нибудь отдам. Могу стана дать. Тотем. Что? Странный какой-то скилл. Так, где тут свапаться-то? Так, перезарядка заклинаний. Подожди, а ты не прокачал, что ли? Блин, у тебя... У тебя не те когти, ну ладно. Я думал, у тебя пассивка. Что, тебе стан может тогда взять? Посмотрим сейчас. Не, хотя не, нормальный, нормальный скилл. Ой, ёшка, сейчас. Нормально, нормально, мы сейчас. Смотри, сейчас что будет. Ты видишь, сколько у меня урона? Так, так. Чего? Вы победили босса, выберите награду. Эликсир. Джелли будем? Да не, зачем? Я этот предметик. Блин, хрен он знает, какой предмет взять. Ой, какой скилл. Так. Ну, у меня скорость атаки больше ничего, потому что... Первый... Ладно, давай я тебе стан возьму и свапнусь вот так вот. На, эти, power. Забирай. Давай. Так, кто там выиграет, ежик или... Мне кажется, левый опять. Вот я тоже как-то в них больше верю. Ну, мне, конечно, стан не особо, мне кажется. Да, ну, будешь влетать, да. Контроль, там все дела. О, смотри, как они их быстро. Это
было быстро. Мы не на тех поставили, я не на тех поставил. Ладно. Ты не на левый старт поставил, разве? Да, я на другую. А, так. Возьму КамАЗочку. Ой, паучки. Это была одна моя тычка. Подай ситфрейм, это сильно, это очень сильно. Да, с дефом крипов у нас проблем вообще не должно быть. Так, мы деремся. У нас с воркичем. Так, что там нужно? Смотри, там сава сразу будет. У меня дальность атаки раньше, маленькая. Я раньше времени тогда ульту сейчас нажму и пойдем. Кого там можно вырубить сразу? Клоуна, наверное, пойду вырубить. Да, да, клоуна. А, нет, стоп, у него... Ну, ладно, кого-нибудь вырубай. У них слишком много классных скиллов. Так, сейчас, подожди. Я клоуна себя вырубил. Я пытаюсь жить. Живи, отходи. Стан сейчас будет. Сейчас, секунду. Живи. Понял. Называется догони. Изи. Это было легко. А вы просто золото. Просто ГГ. Так, радик есть. Так, а чё мы по нетворсу? Мы самые последние по нетворсу, кстати. Ну а что так, не успеваем, что ли? Мы вроде... О, это больно. Нечестно. Смотри, там лежит... Где? Нейротоксин. А. Так, чё тут у нас? 20 здоровья, 350 здоровья, 20 урона. Беларусь, Женя. Ёжик. Ну, мне кажется, правые будут тут. Ну, я немножечко на левых залью. Я тоже на правых залил. А, ну прожмите мне. Все, стан будет? Не будет. Был. Дайте мне 5, дайте 5. Нету 5, ладно. Кто? Женя, давай, двоих. Женя. Хорош. Сюда бабки. Ну, Женя сильный. Ну, я слил 80 рубасов. Ну, я 600 поставил, и не знаю, не видно, сколько я забрал. Так, готов. У меня под скелетом волком. Ай. Аккуратнее. Нормально все. Под скелетом волком и виндраном сейчас приколю, сколько скорости передвижения. О, мы опять. 812. Так, тут кого вырубаем перво? Блин, там РП, там коса. И бабку, наверное, надо. Бабку, да, сперва вырублю, тогда уже. Тогда уж. Ой. Погнали. Ой, нифига тут стана. Найс. А что за... Нет? Ну у него башек, башек капец. Нормально, найс. Все. Хилимся, живем. Нормально, нормально все у нас получилось. Так, надо теперь бабку собрать. Бабочку, в смысле. Скиллы мне на самом деле мои плюс-минус нравятся. У меня просто сейчас, в принципе, непонятно, что происходит. Да ну тебя. Смотри, какой подляну делает. А там вроде урон не наносится. Или наносится? Не знаю, не заметил. Не заметил, я так был. Так. Я клоун. Клоун или Женя? Ну там воркич не доигрывает. Мне кажется, Женя, да. Потому что тут... Ну знаешь, поверю я в клоуна на буквально 300 монеток. Я на 200 монетик на Женю. Просто типа Женя хорошо отыгрывает, он знает, типа... Он еще и с инвизом.
А, сейчас будут прыжки. Аккуратнее, если что. Чтоб все не прыгали. Скакуны недоделанные. О, я же сказал. Ох, девушкин свет. Я еще и хорошо так поднялся. Вот это я поднялся нормально так. О, у меня плюс 30 еще к прорубающему урону есть. Это законно вообще? И все. Так, а попробую я дробовик собрать, слышишь? Так, у меня есть обратка хорошая, а теперь идем мы тоже, наверное, в Тараску. Ой, это боже. Нормально, нормально. Ну, под химикалорейджем живем. Да душим их вообще просто. Так, а вот здесь я вот этот предметик возьму. Ядра на Сапскай возьму. Это продать можно? Так, я в Тараску, наверное, пойду. Или в этот Кирас выйти. О, Кирасу лучше, Кирасу. Да, мы деремся. Так, мы деремся. Угу. Блин, жалко, я не собираю на базе урон. Блин, за то, что бегаю нужно... по юнитам. Это было бы сильно. Нужно бабку развести на этот, на гост. Что происходит? Что происходит? А я химика рейс не прожал. Ладно, понимаю. Пока, брат. Ну и бабка осталась одна. Умирает. Да, мы слишком сильные. А вы просто золото. Так, Кираса есть, все. Так, теперь что нам нужно для выживаемости? Бабочку тоже, наверное, возьму. Не, бабочка тебе, наверное, не нужна. Что за... Быстро. Что за макаки? Это было очень быстро, я даже не заметил. Задушили. Так, тогда шо, во шо я пойду? Иди в жир так же дальше. Ну давай, Тара. Сатаник. Возьму сатаник, чтобы типа отжираться, если вдруг сейчас крипы, мне кажется, сильнее пойдут. Да. Кстати, мы уже на втором месте поднялись. Хорошо поднялись так. Ну, там я неплохо по нетворцу поднялся, когда единственный поставил на кого-то, кто выиграл. И типа... плюс мы дуэли неплохо с тобой выигрываем. Клоун до бесконечности может дефать. Вот сейчас его. Помощнее крипы пойдет. А, так, ну тут так. Скорее всего справа выиграют, потому что... Женя? На Женю думаешь? Не клоуна, они с ними дрались, они друг против друга. Ну нет, и... сейчас у клоуна плохо все как-то. Ну, уже не получше. По идее. Ладно. Хотя, не факт. Но я чуть-чуть поставил. На 300 монет не обеднеем. Так, пожалуй, включу-ка я автоатаку всегда. Ну, клоун слился. Вот о чем я и говорил. Беларусь тупо на подсосе. А я на них поставил? Да, я на них поставил. Эти. Нифига, там тройной дробовик уже есть. Да. Я думаю, нам нужен какой-нибудь арчит. Так, скажу, передвижение, восстановление здоровья, химка рейдж. Давай восстановление здоровья. Как думаешь, Паша даст нормальный? Я думаю, Паша сможет каст. Дать, да. Максималочку, РП Паше надо дать. Ну да, я тоже. А, он заменил РП. Нет, не заменил, у него есть РП. Не-не, потерять 300 робасов поставлю на него. Какие крипы? Кстати, хороший РП был. Да, я не обратил внимания. Да-да, я только что посмотрел. Ну там бабка проигрывает. Паша, не дай. Ой, Паша, этот Сахарти не доигрываешь. Сильно не доигрывает. Ну тут ежик, не пробить ежика.
У них есть вообще какой-то нетворс? У ежика? Не, у бабки нетворса нету. Старая уже. Ну, скоро химикорейч нужно... Ой, этот спрей нужно будет менять. О, кстати, тут есть апнутый муншард? Так, мы деремся. Блин, нету апнутого муршата. Что я сейчас сказал? Муршат? Апнутого муншарта. Реди. Блин. Ладно. Ну что, я опять клоуна вырубаю. А, этот. Ну, он знает под этим. Под моей обраткой. Но я не выдержал. Подожди. Я чего сдох? Подожди. Кто выиграл? Я не очень понял, но я покупаю себе БКБ. Я тоже. Я что-то. Я не знаю, я много. Подожди, а ты сейчас ты только что деньги получил или мне показалось? Мне показалось, что я получил тоже. Ой-ой-ой. Отойди. А, блин. Я успел. Я думал, сейчас там прожму. Что-то. Надо скиллы потихонечку менять. Угу. Ну, а если спрей уже и не нужен тоже. Обожаю эту хрень. Утята какие-то. Ай, не могу, дичь. Так, Паша и Женя. Ну, Сахар, ты не доигрывает, если свои. Смотри, сейчас поставил много денег на Женю, и он проиграет. Вот. Сито процентов. Скелеты. Да. Сейчас пробегусь, немного урона соберу. Один выстрел просто. Да, а ты видел, сколько урона? Он проиграл, да. Он проиграл, вот, проиграл. Вот просто изи, изи, прочитано. Прочитано, да. Ну они по нетворсу нормально, если еще. Так что не проигрывай по нетворсу. Бабка переигрывает, бабка не доигрывает, бесит, сука. Уай. Это жесть. Отойди лучше. А меня переагришь? Или что? Так, отойду. Все, 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 нормально, нормально, сейчас задушу его. Так, 20 крон. Слушай, у меня для тебя есть Крэги. Крэги как? Да. Свапнемся? Так, мы деремся. Так, тебе что взять? А мне паладин, давай. Давай. Так, ты где? Вот. Ага, все. Спасибо. Так, мы деремся. Да-да-да, я вижу, я БКБшку на всякий случай взял. Где БКБ, БКБ? Она у меня не платит все равно на БКБ. На, вырубаю, наверное, этого ежика. О, это было больно. А у него этот... Бульварк. Аккуратно. А, у него не бульварк, у него... И дисперсия тоже. Да там не дисперсия, там Infernal Blade с аганимом. Понял. А у меня урона не так много. Надо было ежика вырубать. А как его пробить? Подожди, слышишь, там дисперсия. Я и плюс болварк. Я про это и говорил. Я про это и сразу сказал. Потому что дисперсия и бульварк, типа. Что это за крипы такие странные? Так, ладно. Случайное умение на случайное умение призывателя.
Че, Женя опять проиграет? Не знаю, ну, на всякий случай поставлю. Против него. Я тоже против него. А поставлю. Вот против него ставишь, он сейчас выиграет. Чекай, чекай, прочитано. Так, БКБ, если что, хватает. 100%. Ой, ёшки, все это. Блин, он очень опасный. Тебе лучше, если что, будет отходить от него. А там уже развали... А, там этот. А кто выиграл в итоге? Не знаю, клоун. А, нет. Клоун там не дрался вроде? Зеленый. Ой, это больно. Слушай, а мы последние остались с тобой. Что? Что-то тиммейт у меня не доигрывает. Нормально. Так, я свапаю скиллы. Ну, твоего урона, считай, не хватает. Это резко соберу пока. Работает джингл мастер на врагов? На крипов, точнее. Блин, да. Этой механики не могу. Работает. Типа мне крутилку нужно уже менять и acid spray. Так, где эти книжки-то, наверное? Да лучше стан меняй. Стан? Хоть и стан помогает во время файта. Там был варка, братка, я даже не знаю. Не, на ежика. 300 поставлю. 300 против ежика. Ну так, чисто бабки, если что, попереливаем. Да, тебе надо как-то в жир посильнее уходить. Какую-то бабочку может взять. Я говорил про бабочку. Ну, вот, нам нужен Inferno Blade, чтобы выигрывать сидровку. Просто, без вариантов. А сколько здесь стоит? 6000. Книга на кучу скиллов стоит. Все атрибуты снижены на 36, какого хрена? Где это ты прочитал? А, кстати, да. Может, моб такой? Нет, вот это вот херня. А-а-а. Тридцать шестой раунд. Каждый раунд типа с меня... Так, типа позволяет изучить новую способность, 6000, да? Так, ну давай поменяем стан тогда. Я думаю, надо сатаник покупать. Ой, не сатаник, рапиру покупать. Фигня, короче, всякая вышла. Что-нибудь на жир бери. Еще. Ой, плюс деньги. Так, нет. Ну я могу пассивку Хускара взять. Есть Быджуджу, Фокус Файр. Есть ли смысл у меня от Быджуджу? Фэкланан есть. Могу тебе дать. Не интересно. Ладно, возьму Быджуджу. БКБшка есть, это есть. Давайте еще одну бабочку возьму. Вообще нифига не падает. Быджуджу, нафига мне Быджуджу? Тебе надо Быджуджу? Значит, зачем? Не знаю. Ну блин, давай курсы пока что возьму эту. Абадома. О, вот это хороший скилл, слушай. Тебе? А, я не могу взять. Обидно. Не знаю почему, но я ее не могу взять. Так, кто там?
Блин, наверное, overpower заменю, мало ли что-то интересное попадется. Ух, нифига здесь происходит. Да, я все хорошо делаю. Так, меняю overpower. А, все нормально. Overpower. Так, за меня опять же этот. Да ладно, метаморфоз. Ну мне вообще неинтересные скиллы падают. Мне тоже Chain Frost, Sunstrike. Это что за чё? Ох, ёшкин свет. Ой, а нафига я БКБ прожал? Что-то происходит. Мне кажется, не зря ты его прожал. Но он не попадает по мне. Не агри его. Все нормально. Кайфово. Ты бафа. О, стал попадать. А вот я сейчас загри на себя. Отлично. Найс. Фух. Так, или же кепту нужен тебе? Нет. Или ниндзя-гир. Ниндзя-гир даже есть. Так, метаморфозм нахер не нужен. Блин, мне нужен нормальный скилл. Тейкаим. Тейкаим мне нахер не нужен. У меня виндран есть. Ой, слушай, а хорошо выпало. Так, сейчас виндран заменяем. А, я могу тебе дать биджуджу и эти сопли. У меня типа Global Silent есть. Давай я тебе дам биджуджу и у тебя аганим есть? Блин, у тебя аганима нет. Ладно. Так, мы теремся. С ежиком деремся. Я сайленсер проживаю. Ой, сайленс прожимаю и идем. Ну, без сильвера мы не убьем его. Я сейчас глобал прожму сразу. А, нормально. Прожал? Да. Да. Он тебя убивает, да? Ну, там никак его не пробить, просто. Мультикаст на Сафире на X15. Так, на, короче. Забирай то, что тебе нужно. Пиджуджу. Ну, принимай. А, зачем я это нажал? Так, и... Блин, а на Пиджуджу у меня этого даже не хватает. Аганим будет у тебя? Возможно. Примешь обмен? Принять, все. Все, а я его свапну. Этот скилл. Так. Баджужу и плевок, да? Да. Мне нужен Infernal Blade. Зачем мне это говнецо? Так, ну я свапаю тогда этот... крутилку. Не, крутилку не вздумай свапать, ты что? Так, ну тогда Global Silence. Нет, лучше копи 6000, купи себе еще один скилл, либо свапай Global Silence, да, он как бы особо нам... Да. Не, он прикольный, но если ты его будешь успевать прожимать... О, Enrage. Enrage, вот Enrage это хорошо. Да, это хорошая вещь пока что. Я беру аганим сейчас, теперь коплю. Да, тебе аганим очень нужен. Мне по-любому синий аганим нужно будет, потому что этот аганим на меня не будет работать. В смысле? Я же алхимик. А что значит не будет работать? Я ж типа не могу юзать аганим, разве нет? Не знаю. Типа... А все, я соло остался? Да. Типа механика алхимика разве не такая?
То, что он не может огоним жрать. Себе. Да, ты просто его можешь купить и все. И он будет на тебя работать. Наверное. Я не знаю. Я вот а что ты Enrage сейчас не прожал? Я даже нифига не успел прожать. Понял. Я успел самое первое прожать это свою обратку Illuminate и все. Типа там с каждого в одной точке я сдох. Ну мне бабочка нужна в любом случае, опять же. Ну да, в принципе. Че там кто дефается до сих пор? А, клоун надефался. А как же Rear Midnight? Рейди жми. Так, я рейди. Что тогда я рейд сразу прожимаю? Ну вот это для нас вообще не проблема задефать. Ого, а чё столько денег? А что так денег много? Ну давай на страх и риск куплю аганим и проверим, будет работать или нет. Давай, давай, давай. Так, га. У меня есть га. Работает. Все, все, работает. С кем деремся? А, не мы деремся. Понял, мы ладно. Деремся. Тогда я свапаю га. А, кто? Ну здесь понятно. Так, ежик это. Хотя смотри, равномерно. Пока что. А чего ёжик умирает? Не знаю. А, там статы воруют. Ой, мне бы скилл какой-нибудь интересный для меня. У меня как бы есть рейдж, но нафиг он мне нужен. Так, бабочка есть. Бабочка не улучшается, да? Октарин, может, соберешь себе? Ну, сейчас аганим съем. Да, съедаешь аганим и покупаешь октарин, чтобы почаще прожимать. Я думаю, если спрей можно будет уже менять, в принципе. Ну, в принципе, да. Что-нибудь нормальное такое опять. Ready? Жми ready. Я только один не нажал. Угу. Мне инрейдж прожимать и под инрейджем типа заходить и все. Обратку прожимать там. Да, мы прям очень хорошо дефаем. Так, все, я гоним вчера. Все хорошо. И сразу с маски начну. Буварк. Ну, а, кстати, тебе его сейчас отдам, Буварк. Копи 6 тысяч на 6 скин. О, давай я вместо эсид спрея. Просто заменю на эсид спрей. Пока что да. Мы деремся. Давай, давай. Против кого? Против бабки. Надо бабку как-то вырубить. У тебя БКБшка есть? Enrage сразу, если что, прожимай прям. Да-да-да, сразу. Надо бабку вырубить. РП. Меня просто стерла бабка. Ты понимаешь, она меня стерла в хлам. Не поворачивайся спиной. Накидывай постоянно, да, первый накидывай. Да, давай, да. Кастуй, 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 обратка. Сейчас сатаник появится, ты его убьешь сейчас, изи. Хорош. А там рапирка упала, кстати. Нужно было рапирку забрать. Так, мой Экторин. Что она такое взял? А, там криты. Ух ты, ёперный балет. Вот это у нее там скиллы повыпадали. Офигеть. Крит крадет. Макрошит. Слышь, могу тебе сифон еще дать. Не знаю на что. Блин, ну сифон я вряд ли буду успевать все это прожимать. Типа. Ну так ты хилиться, представляешь, как будешь? У тебя есть шестой скилл? Шестой еще нет. Вот сейчас куплю. Если нам денег дадут, хорошо. Просто я думаю, взять или не взять сифон. Пока не стоит. Так, у меня вот столько осталось. Ладно.
Стан. Ой, Рошан. Блин, лучше бы я взял сифон, слышишь? Ой. Почему я не взял сифон? Дай мне лампу, я продам быстро. А, не успею. Успеешь. Твою ты мышь. Не, я пока постою, понакидываю на него. Ну, по идее, мы его должны нормально пробить. У меня инрейдж еще. Да, хорошо, когда у тебя инферно будет. У меня там минус броня. Так, экс-машина. Могу тебе трейдинг дать. Что трейдент. Можешь дать? Трейдент, рецепт трейдента. Подожди, а можно еще, интересно, один скилл взять? Ладно. Сэрстоун есть, экс-машина есть. Ну, экс-машина я тогда, наверное, себе. Не, возьму. У меня пиратская шляпа. А, ну все, тогда я экс-машину себе беру. Мне просто не выпадает нормальный скилл. Так, лазер. Книжка. О, все, нашел, что мне надо. А что? Лакишот есть. Могу лакишот дать. Не, лакишот не нужен. ЦКМ есть. Rocket Ledge, Lunar Blessing, Rabbit. Не, у меня все, у меня по скиллам более-менее нормально. Я единственное, думаю, Джунгл Мастер будет чем-то заменить. Мне дальность атаки нужна. Мне какой-нибудь форма дракона, Arctic Burn, что-то такое надо. Так, мы деремся. Мы деремся. Надо сейчас будет сразу прожать. БКБшку просто сразу прожимаю. Мне бы выйти отсюда. Тоже выйти. Сука. Нормально. А-а-а, нулик. Ну, без, да. Без нулика тут никак. А почему я не бил... А-а-а, там не за штормом. За чего-то другого. Тут нулик нужен. Блин, еще и кроме нулика у него линка. 8 скиллов, подожди. 8 скиллов. Так что, все-таки можно покупать без потери? Походу, да. Сейчас поищем скиллы тогда, ладно. Ну, потому что у клоуна 8 скиллов. Смотри, я стреляю до сих пор. Не, подожди, у него спойник за счет этого? Нет, у него за счет аганима, наверное, 8 скиллов. Так, ну, я попробую эту книжку купить. Статик шторм, спойник. А, еще и этот есть, да. А, за счет аганима. Я тут что-то деревья не увидел. Арчит нужно покупать, да, еще? Хекс, арчит, нулик, что-то такое. Контроль нужен всякий. Я до сих пор стреляю. С кого только. Так. Я прикуплю тогда себе БКБ на файтинг. И... Ой, слушай, а мне МКБ надо, я ж не попадаю по некоторым. Хотя, нет. Я, наверное, сейчас Блоттор куплю. Нет, не в кого мне не попадать. Подожди, подожди. Все, все нормально, держу, держу их. Наверное, сплэш мне нафиг не нужен. У меня даже отпустил. А, все, нельзя. Сплэш. Ладно, я тогда меняю сплэш. Надеюсь, не зря. Стрелы. Ладно. Тут есть эта усиленная пайпа? Видал. Нет, не трогайте.
45 периодический урон, не, голимый скилл. Нужна очень сильная дальность атаки какая-нибудь хорошая. Это у тебя таймлок? Да. А это, я думаю, что они на месте стоят все. Ой, а тут можно менять скиллы, пока... Пока молодой. Так, что там есть? Там есть еще... Стрела. Да серьезно? Блин. Так, смотри, там аккуратней. Ну, я вроде всех их держу. Плюс-минус всех. Ну, парочка мне не навредит. Тебе бы... Даже не знаю, что. Там пока что не знаю. Так, мы деремся, да, против ежика и... Ну так, БКБ тогда вместо этого. Бэктрек. Я не знаю как, но нужно вырубить... Бладторн есть. Нет, надо как-то вырубить. Ёжик это я сейчас убью быстренько, по идее. Так, Enrage. До свидания. Бэктрек подъехал. Так, это все заменяем сразу. Расстрел. Я вот не знаю, мне Виндран поменять? Наверное, Виндран поменяем. А против кого они дерутся? Чем Мико Рейдж, потому что очень сильная тема. И Бэктрек хорошая тема. Так, говно. Там клон как справляется. Снова есть сифоны для тебя. Ну, на лакишот, ты что? Сейчас поменяю. А что ты молчишь, что у тебя лакишот есть? Я тебе сразу вначале сказал, у меня лакишот есть. Я не услышал этого. Ты громче говори в следующий раз. Все. Ты сказал, что не надо. Да все, мы непобедимы с тобой, ты что? Надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Я сейчас криточки еще возьму, чтобы урона побольше вылетало. Все, там еще народ вылетает. О, 58 раунд. Так, Магнус. Что там у клоуна? Клоун сдох. Все, мы один на один остались. Да. Это хорошо. А ты посмотри на эту красоту. Не трать сифоны. А. Зачем? Они ж тебя все равно не бьют. Ну да. Закрутил. Просто стоит, стреляет. Пофигу. Так, дальше. Ну, сифон откатышились, в принципе. 9 косарей. Атака обезьян. А, понятно, кто это. Вот на него сифон можешь кидать. А там сейчас обезьян дофига. Не, ты на большого кидай, главное. Да, я на большого накинул, так и есть. Боже, посмотри на этого снайпера. Изи. А, мы все. Ой, капец, вот это снайпер, просто ракета какая-то.